Обручили ключи от новых квартир, открыли детский парк и раздали грамоты активным жителям. Так в Пласте отметили День района. Праздник начинается с вручения ключей от новых квартир. В Пластовском районе уже третий год. Их получают сироты и жители ветхоаварийных домов. В этом году новоселье отметят 96 семей. Мы жили с родителями, у меня родителей нету, вот со свекровью. 3 года ждали квартиру, вот наконец-то получили. Мы даже не ожидали, что нам вот выдадут, и тем более еще ждем рождения 2-го ребенка. Торжественные мероприятия продолжаются в Краеведческом музее. На праздник приезжает депутат Челябинской думы Андрей Барышев. Ему проводят экскурсию и рассказывают историю золотодобычи в районе. После парламентарий открывает поляну сказок. Гостей встречают герои русского фольклора. По соседству расположилась ярмарка мастеров. Самым активным пластовчанам Андрей Барышев вручает грамоты. Сохранены практически все сегодня социальные программы. Сохранены многие предприятия, которые практически, наверное, вот в определенное время было сохранить очень сложно. И сегодня они работают, успешно развиваются, уверенно смотрят в будущее. Это значит, это будут рабочие места, будут заработные платы, будет развитие и будет стабильность. Детей на дни района угощают мороженым, а взрослым глава Пласта Александр Неклюдов заявляет, что выделены средства на реконструкцию местного стадиона, благоустройство района и газификацию.